Ну, поехали. Здорово, вот, чуваки. Тут решили небольшой эксперимент замутить с телевизором. Ну, Тёма, ты здесь, он стой. Антон, пойдем, вон там, прям на бугре его въебем. А? Чё-то слышно. Да иди туда, на бугор, на. А, через шадрих уже шкакать надо. А где мы смотреть будем? Оттуда снять. Ну, сверху. Только ты там хочешь, ветки, блядь. Пока горит фитиль, хочешь перебегать ручей? Ага. Акулёв, смотри, бежать, смотри. Да слышь, тебя накроет, нахуй. Хотя, может, Витя, да огни есть. Сюда, так. Вот сюда. По мне так телевизор. Лучше, чтоб там. Вокруг осков полетят. Так это мне вон туда, он надо на тропу наверх, нахуй, да, вообще, да. Блядь. Ну иди, иди. Ну ладно, я пошел. Туда? Изоленту на. Зажигалку, да? Изоленту на. На. Чё, на, на. Ты чё, как? На вниз на телескоп будем жить? Вверх, наоборот, надо телескоп на. Ладно, давайте. О, главное съебиться, успейте на. Сейчас будет взрыв, нахуй. У нас там взрыв-пакетик завалялся один. Вот, сука. Ой, сука. Подожди, не торопись. Сейчас спущусь. Хуёвый кадр будет. Давай! Ща ебанет нахуй. Давайте, давайте. Да что там не виска стоит? Да нет. Блять, бенгальский огонь так долго горит. Да. Вот сейчас въебанет походу. Ну-ка. Надо было сайгу брать нахуй. Нихуя. Знатно. Пластик только нахуй разлетелся. Сынок, а так. Ну, блядь. Под него надо ложить. Подсломался чуть-чуть. Динамики там есть. Под него, в смысле, прям под стекло. Ты прям положи сюда, бенгальский огонь зажгем здесь, и чтобы он так лежал на днище. И прямо на самой тропинке. Вот так что ли прям? Да. Туда? Да мне кажется, хуйня не ебанет. Ебанет, чтоб взрыв вверх шел. Давай пойду опять на исходную хули. Надо больше подбирать. Но. Так вот, прямо чуть-чуть. Блять, что-то мутно стало все нахуй. Нихуево разворотило. Ну. Я думал, слабее будет. Нет, я-то думал, ёбни так, что стекла только разлетятся. Ну все, пора на исходную.
находим безопасное расстояние. Потух? Серьезно? Да. Ну-ка нахуй. Хуёво видно, сука. Че, он потух, правда, что ли? Да подожди. Не горит долго. Долботух ебаный, блядь. Я не пойду. Я тоже. Я император. Но. Нет, он потух и начал гореть. Чё, блядь, думаешь, не догорел бы уже, ну? Да, быстрее ебанул. Тогда он был не в самом начале. Ой, не в самом конце. Бабуйня это все. Жень. Иди посмотри. Пойдем, ебаный. Короче, просто все огни подожди. Давай, все на. Давайте скорее холодно на. На, еще корсара туда швырни на. А ты это, подожди. Надо же хоть показать, чем взрываем-то, еб твою мать. Вот ебанко, блядь. Ну-ка дай-ка я хоть взрыв-пакет-то покажу, блядь. Ну, не видно уже. Так надо поднять, нахуй. Да ну нахуй, там система, ты обойди вот так, увидишь. Там гроб, блядь. Вот этим взрываем, блядь. А, взрываем этим, нахуй. Семигальские огоньки. А вот пакетик самодельный. Иди уже туда. Давайте. Поехали. А чё это вы? Мы тут задолго ждали. Да? Вот. Нихуя, вот это. Вот это уже другие. Вот это, блядь. Вот это нормально, нахуй. Рванул, нахуй, кинескоп. Прям. Заебись, его разнесло. Сейчас мусор надо собрать. Конечно, сейчас соберем. Вообще. Бомжам на в клочья. Как дресня нахуй выглядит теперь, блядь. Ладно, все. Эксперимент удачный. Пожелай всем удачи, нахуй.